Я говорю, подожди, у меня отняли там денег. Кто отнял? Я говорю, ну как, кто? Вот пришли дяди и отняли, сказали, что меня посадят в тюрьму, если я не запишу. Так что, о налогах говоришь? Да. Так это же налоги. Я говорю, секунду, а налоги это что? Вот сегодня налоги были там столько-то, а завтра пришел дядя какой-то, почесал в голове и удвоил их, как Байден, так сказать, да, собирается делать. Да, но это налоги. Нет, не налоги, это называется грабеж. Просто грабеж, который делается это от имени, что называется, по поручению большого количества миллионов людей, которые хотят у тебя что-то отнять и себе забрать.